Друзья, всем привет! И мы начинаем игру Bring You Home в э, вот таком вот забавном голубом э, инопланетяне пола. Это игра-головоломка, в которой мы будем спасать питомца. Вот этого забавного, няшного, круглого... Вот кто это, непонятно, но игра прикольная. Ну что ж, друзья, вперед! Давайте-ка посмотрим, что здесь интересно. Это самое начало игры, в котором появляется из портала злодеи, которые выкрадут сейчас питомца у нашего главного героя. А потом мы будем проходить разные уровни. Главная задача этой игры головоломки приключения спасти нашего вот этого няшного кругленького питомца, которого, вы видите, украли воры и, и вот укрылись, удирали в этом портале. Ну, как-то так. Что ж, друзья, это самое обучение игры, как видите, мы можем менять реальность. Наш герой может вот попробовать изменить. Кстати, друзья, давайте-ка посмотрим. Вот мы можем просто так пойти, и тогда наш герой просто упадет, и на этом все закончится. Но мы можем изменить реальность вот изменять уровни, и тогда наш питомец прыгнет вот на копну сена, и, как видите, он уцелеет и сможет войти в портал. Что ж, прикольно, забавно, молодцы разработчики, очень прикольная получилась игра. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, наш герой лезет по Лиане, она рвется, он падает, и нам нужно изменить реальность. Так, что мы можем? Мы можем, вот есть какие-то вот такие вот няжные прикольные животные. Интересно, сможет ли он вылезти по хвосту? Нет, животное падает и давит нашего питомца. Что ж, забавно, прикольно, необычно. Давайте-ка посмотрим, что... Ага, есть еще вот такое вот растение. Есть грибочки. И что ж, забавно. Ну что ж, давайте-ка я попробую вот попрыгать по этим грибам. Интересно, сумеет ли это сделать герой. Не сумел, друзья, грибы не подходят. А как относительно вот такой вот лианы? Вот ползет как по лестнице по лиане и проходит этот уровень. И да, друзья, мы разблокировали какую-то фотографию. Что ж, друзья, у нас есть новая локация, вот, в которой наш герой пытался пройти, но, как видите, вот он упал. Что ж, мы можем попробовать изменить. Мы можем управлять уровнями, мы можем э, изменять реальность. И давайте-ка я посмотрю, что мы можем сделать. Ага, смотрите, как я могу поменять, что это даст. Ну, вот, по-моему, по это уже неплохо. Вот, давайте-ка посмотрим, сработает эта подсказочка. Итак, что это такое? Ага, вот... О, непонятно, что это было, давайте-ка я попробую поменять, ага, вот, вот, попробуем вот как-то так, и так, берет вот эту корзинку, вот, и что же происходит, и непонятно, друзья, честно говоря, вот, опять же, падает пропасть, что-то я сделал не так, ну, что ж, попробуем еще раз изменить реальность, вот. Ага, вот, вот, друзья, что нужно. Нам нужен топор. И сейчас наш герой сможет срубить дерево. Кстати, смотрите, сколько здесь разных интересных вариантов можно придумать. Вот, кстати, что тут здесь еще интересного есть? Ну, вот с деревом, мне кажется, это наиболее реальный вариант. Наш герой инопланетянин пола рубит дерево. Оно падает. Вот, почему-то упало не в ту сторону. Вот, честно говоря, я рассчитывал на совсем другой результат. Вот, ну что ж, давайте-ка попробуем сейчас что-то изменить. Вот, а ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем, вот, чтобы наш герой, вот, вот, эту корзинку. И, ага, друзья, это уже было, это уже было. Мы уже пробовали этот вариант, он не сработал. Вот, возможно, друзья, ага, вот, вот, точно, друзья, вот этот вариант когда мы топором перерубим веревку, и тогда опустится мост, и Пола сможет пойти в портал, и мы пройдем этот уровень. Итак, что происходит? Наш Пола вот падает пропасть, и надо что-то изменить. Итак, давайте-ка посмотрим, что мы можем менять. Вот мы можем изменить, вот взять какую-то картинку. Мы можем взять мелко какого-то крота. Вот, ну, пусть будет большой крот. Что у нас дальше? Вот такой вот... Э, что это? Это кольцо, э, в котором Пола проедет по вагонеткам. Вот вагонеткам делать кольцо и попадет в портал. Либо вот такой вот разрыв, э, либо вот такой вот трамплин. Ну что ж, мне кажется, кольцо интересный вариант. Давайте-ка попробуем. И что же происходит? И ничего э, хорошего не произошло. Давайте-ка, друзья, я еще попробую его сделать вот так. И вот, кстати, возможно что-то изменить. Да, вот и возьмем вот такого вот бобра, или это крот. Скорее всего, крот. Итак, что происходит? Вот почему-то ничего не получилось. Итак, давайте-ка я попробую взять вот этого мелкого. Итак, что произойдет? И тоже ничего толкового не произошло, не получилось. Ага, вот давайте-ка я еще попробую вот этого среднего. Да, 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 смотрите, друзья, получилось. Получилось, и мы попадаем в новый мир. Вот наш пол хватает щит у снеговика, но его сверху вот набрасывает на него снежный комочек. Как-то обидно. Что ж, нужно поменять реальность, нужно поменять вид. Итак, что, кстати, у снеговика есть? И меч, вот, кстати, круто. Либо щит, либо меч. Всего два варианта. Здесь тоже два варианта. И здесь тоже два варианта, ну не так, чтобы много, ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Итак, берем меч, вот, вот ударил дерево, но вредный вот этот щеночек забросал нашего героя снежками. Что ж, попробуем изменить реальность, но сейчас, скорее всего, на него сверху бросят вот этот снежный комочек. Итак, что происходит? Первого врага забросал снегом, а второй опять же забросал нашего героя снежным комочком. Вот не очень э, как-то удачно. Давайте-ка я еще возьму щит и посмотрим, что э, получится щ со щитом. Ах ты вредина какой. И опять же на нашего героя сбрасывает э, снежный комочек. Что ж, друзья, честно говоря, я не соображу, что нам нужно сделать. Давайте-ка я поменяю животных. Итак, ах ты вредина. смотрите, что делает. Ну, возможно, вот такой вот вариант, когда он при помощи меча бьет по дереву, стряхивает. Ага, вот, смотрите, он при помощи меча стряхнул, и вот враги помешали друг другу. Что ж, это было бы забавно, прикольно. И мы с вами попадаем в другой портал, в другой мир. И, к сожалению, наш питомец падает. Итак, по-моему, здесь нужно просто поменять обстановку вот так. И тогда все у нашего питомца получится. Итак, прыжок. И, кстати, прикольно. Кстати, что здесь еще есть? Есть лестница, есть тучка. Вот, ну, тучка нас не спасла. Но, возможно, спасет лестница. Вот, кстати, а что здесь дальше есть? Есть ракета. Вот есть шарик, э, есть, э, ну, кстати, шарики, это мне кажется прикольно. Вот, что здесь еще есть? НЛОшка, птичка и э, вот такой вот, ну, давайте-ка посмотрим НЛОшку. Ох, смотрите, как забавно, э, как забавно получилось. Вот, это было прикольно. Э, что ж, друзья, очень-очень необычно. Э, давайте-ка попробуем разные варианты. О, как прикольно! Ну что ж, молодцы разработчики, получилась очень няшная, прикольная и забавная игра. Вот она мне здорово понравилась. Вот давайте-ка, я мне кажется лестница это единственный вариант, который здесь может быть. Хотя со свиньей вариант мне кажется тоже забавный. Вот не совсем понятно, как здесь все работает. Ну давайте-ка я попробую еще вариант с птичкой. Вот с птичкой не сработал. Птичка никак не годится. Вот, давайте-ка попробуем еще шариком. Вот, и дальше что? И что, все? Вот, ну, как-то, честно говоря, непонятно. Ага, вот, возможно, на шарик. Давайте-ка попробуем. Итак. Вот, и что же дальше? Опять же, ага, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот, все понятно. Итак, шарик. Потом нам нужен вот, вот такой вот летающие устройства. Вот и летающая свинья. Ну-ка, давайте-ка, друзья, попробуем вот такие вот варианты. Вот, возможно, это сработает. Итак, нет, не сработало. Почему-то в чем дело, не совсем непонятно. Вот, но молодцы, разработчики очень прикольно и забавно это все проделали. Итак, возможно, нужно напрыгнуть на тучку. Вот пробую вот такой вот вариант, он не срабатывает. Итак, в чем дело, в чем дело? Вот, со свиньей стучка не сработала, а с лестницей почему-то тоже не сработала. Значит, нужно что-то совсем другое. Вот, смотрите, напрыгивает наш пола на лестницу, и почему-то это не работает. Итак, очень забавно, вот почему оно не работает, мне не совсем понятно. Вот, но выглядит прикольно. А ну-ка, друзья, давайте-ка я вот возьму НЛ ложку и поменяю. Вот все-таки возьму эту свинку и посмотрим, что из этого получится. И непонятно, друзья. Непонятно. А если я просто оставлю тучку. Вот так. А ну-ка, друзья. Да, 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 вот, вот, все оказалось очень просто. Итак, а это что такое, друзья? Смотрите, как забавно, какой прикольный, интересный вариант. Что ж, попробуем выстрелить нашим пола. Ага, ну здесь нужно менять, но вот эта сетка явно не годится. Вот, э, это воздушный пузырь. Вот, э, еще э, как, какой-то, вот не знаю, что это такое, но выглядит прикольно. Вот, йо-йо, а вот еще зонтик. А ну-ка, друзья, давайте-ка, вот, он попал внутри внутрь, э, вот э, мыльного шара это было забавно то есть не подходит этот вариант но очень забавно выглядит ну что ж а ну-ка друзья вот такой вот интересный вариант вот давайте-ка еще и что-то поменяю вот кстати что за ее э, давайте-ка попробую вот такой вот вариант раз и ага, не годится, не годится вот этот вариант. Давайте-ка я попробую. А, кстати, смотрите, здесь есть еще какая-то картинка. Вот, разблокирована фотография. Удалось мне снять. Вот, отлично. И еще что здесь интересного, давайте-ка я посмотрю. А, вот не совсем мне понятно, что здесь может быть. А, ну, возможно, вот этот а, оставить. А ну-ка, друзья, давайте-ка посмотрим, что здесь еще есть. Ну вот, мне кажется, вот такой вот должен быть вариант. И так э, не сработал. Почему-то не сработал. Возможно, первый вариант нужно как-то поменять. Ага, вот пружинка. А Ну-ка, давайте-ка вот такой вот вариант. Да, 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 смотрите, угадал. Угадал, и наш пола проходит в другой мир. Ох, ничего себе! Ему удалось оживить склета, который хватает нашего героя пола. И выбрасывает. Что ж, нужно что-то изменить. Итак, волшебную палочку. Давайте-ка я попробую изменить на, на вот такой вот жезл. Вот, птичка. Что здесь? Зеркало. А ну-ка, вот, вот такой вот вариант. Итак, при помощи. Ого! И что же, ага, как забавно, вот. А возможно скелета нам просто убрать, вот. Не совсем понятно, как пройти эту миссию, но выглядит она забавно, прикольно, необычно. Что-то здесь еще есть сундук, кстати. Ага. И вот такой вот есть способ. Есть три предмета, друзья. Вы обратили внимание? Даже четыре, четыре предмета. Вот очень много разных комбинаций. Ну давайте-ка я пока начну все-таки со склета. А ну-ка, если мы вот так ä, попробуем, вот ä, это же вот непонятное окончание миссии, вот превратили, уменьшили статую и на этом все закончилось. Вот, кстати, шляпа мне кажется не подходит. А если вот так проделать и так при помощи уменьшаем склета, но птичка, ого, ничего себе, просто вот Поджарила нашего питомца, вот значит птичка нам не годится, а если вот так? Итак, уменьшаем нашего героя, он проходит. Ага, но здесь крыса, смотрите, как забавно, крыса гонится за нашим питомцем и опять же он э, погибает, но выглядит это очень няшно, прикольно и забавно. Э, что ж, попробуем вот такой вот вариант, вот замораживает по-моему нашего героя. Вот, а ну-ка вот так, если мы попробуем. Ага, вот, ага, вот, выбрасывает, выбрасывает. А ну-ка, друзья, давайте-ка я вот так попробуем, что вот этот жезл делает. Ого, он делает э, большим склета. А ну попробуем мы сейчас э, поджарить его. Этот жезл что делает? Он э, вот заставляет э, на нем расти разные цветочки. А вот сейчас мы его должны поджарить уменьшили удалось ага вот э, вот друзья кроме того вы видите этот сундук он я думал наш пола прячется он его кусает он его кусает здесь куча всевозможных предметов ага вот друзья вот я кажется догадываясь нам нужно э, вот увеличительное стекло чтобы увеличило нашего пола хотя давайте-ка я попробую вот вот пользоваться как-то так итак уменьшаем вот, нет, это не годится. Вот, так нашего пола э, с, э, начнут сжигать. Вот, э, возможно, вот такой вот вариант. А ну-ка. Нет, нет, сейчас крыса догонит нашего героя. Вот, а если мы, а если мы сейчас заменим нашего склета? Вот, нет, здесь тоже будет крыса. И здесь, скорее всего, будет крыса. Вот вот такой вот вариант. А ну-ка, 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 друзья, будет ли интересно здесь крыса или не будет? Да, вот всех остальных есть норка, из которой выбегает крыса. То есть этот вариант, друзья, не годится. Вот оказался довольно-таки непростой вариант. Вот, честно говоря, даже непонятно, как мне пройти эту игру. Вот, с птичкой без вариантов, вот, потому что она сжигает нашего героя. Тут по-другому, ну никак. А ну-ка, друзья, давайте-ка еще раз попробуем. Вот, вот видите, птичка просто сжигает нашего героя, и он по-другому не может быть. Даже если мы будем менять жезлы, это нам ничего не даст. Вот. Ага, я думал, друзья, возможно, птичка а, подожжет, подожжет склета. Нет, птичка не поджигает склета. Вот, она все-таки а, вот а, прожаривает нашего героя. Вот зеркало мне немножко непонятно. Зеркало мне немножко непонятно, но возможно, а, друзья, давайте-ка я а, вот что делает вот на нашем герое а, вот вырастает куча всевозможных интересных грибов. Вот у мишени нам ничего не дает. Вот крыса а, вот бежит за нашим героем. А если я использую увеличением, но это заморозка. Вот следующее увеличение вот так. Вот, опять же, мы увеличиваемся, но наш герой погибает. Он почему-то не может двигаться. Что ж, мне кажется, друзья, наиболее вариа вот реальный вариант это уменьшение. Но когда уменьшение вот нам мешает крыса, нам мешает крыса. Хотя, давайте-ка, друзья, я проверю варианты. Вот всюду ли будет крыса нам мешать? Да. Вот смотрите, крыса всюду нам мешает. Крыса всюду нам мешает. Сейчас посмотрю еще с креслом. Да, всюду, всюду мешает крыса. Вот во всех вариантах. Вот. Э, то ли склет, то ли не склет. Вот, то ли вот это животное. Вот всюду нам крыса мешает. Что обидно, конечно же. Итак, давайте-ка я попробую что-то еще поменять. А ну-ка, друзья, давайте-ка я попробую э, вот, уменьшить... нет. Нет, 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 что я здесь могу сделать? Что я могу сделать? Я могу увеличить или уменьшить непонятно, друзья. Честно говоря, не понимаю, что я здесь. Ага, вот, смотрите, как забавно. Удалось уменьшить э, земной шар. А ну-ка, друзья, если я уменьшу стул, тоже ничего не дает. Вот, довольно-таки э, вот, непростые головоломки. Вот, все оказалось довольно-таки сложно. Вот с шапкой не проходит, друзья, вариант. Я надеялся, вот даже с клетом мы можем уменьшать. Это нам мало что дает. Если с шапкой вариант, вот э, это и с птичкой тоже не годится, нас просто поджаривает. Вот себя же у, уменьшать тоже ничего нам не дает. Что ж, непонятно, друзья, непонятно, просто непонятно, как пройти этот уровень. Вот, э, поэтому я нуждаюсь в ваших подсказочках. Вот пытаюсь сейчас уменьшить склета, очень забавно все происходит. Ну и на этом почему-то, друзья, я никак не могу догадаться, что нужно сделать, чтобы пройти дальше. Вот давайте-ка я попробую еще что-то изменить. Ну вот мне кажется с зеркалом я мог бы что-то сделать, но что сделать без понятия. Что ж, друзья, очень непростой оказался э, уровень. Здесь должно быть все просто, но что здесь нужно сделать, мне непонятно. Вот, я могу себя подмораживать, я могу себя вот, увеличивать, но тогда наш герой теряет сознание. Вот, и на этом все заканчивается, что, конечно же, обидно. Вот, съедает его сундук, и я ничего не могу поделать жаль что не могу вот менять между собой местами вот чтобы это было как-то так а ну-ка друзья еще давайте-ка я попробую уменьшить нашего героя хотя нет ничего не даст ничего не даст вот просто просто вот нашего либо съедят либо либо вот если я его увеличу, ну, в принципе, я без зеркала не могу его увеличить, он тогда останавливается. Вот необычная игра, очень прикольная, забавная, куча всевозможных вариантов. Вот нет у меня пока решения этого вопроса. Вот что ж, друзья, буду ждать от вас отзывов в комментариях, как пройти прохождение данной игры, как здесь все изменить, чтобы наш герой пола прошел через эту комнату и добрался на портала. Что ж, друзья, сегодня я уже на этом с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, в комментариях, как пройти данный уровень. Если же не получится, я попробую без вас разузнать или переиграть данную игру. Ну и конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!